Здравствуйте, меня зовут Александр, и сегодня я вам хотел бы рассказать о своем питомнике весной и какие работы я на нем сегодня проводил и проводить буду. Вот. С чего началось мое утро? Мое утро началось с посадки топинамбура, еще по темноте я его начал сажать. Вот такой вот он красавец. Урожай я собрал у себя на участке. Грубо говоря, с 5 кустов получилось 5 литровых ведер горовых. Или полмешка, с учетом, что ведро отсюда я уже посадил горовое. Вот. Топинамбур я продолжу сажать. Что еще посадил сегодня? Посадил около 800 кедровых орехов. Орехи не крупные, покупные. Вот такая вот мелочь. Каким образом сажал? Вот такую вот кленовую палочку, жмурка орехов, дырочка, орешек, дырочка, орешек, дырочка, орешек, глубина вот так вот, 5 сантиметров, не более, дырочка, орешек. Всю свою теплую грядку я ее протыкал насквозь, она мне как решето. Зайдут, наверное, конечно, как всегда, не все. Но тем не менее, зайдут даже те же 5% или 10%, для меня это уже будет очень хороший результат. Что еще у нас сегодня будет на посадке? Вот такая вот южная акация. Вот она подсохла уже, гренит семенами потихоньку. У меня ее пакет. Плюс у меня еще сегодня, когда отдыхал в том году по осени на юге, купил китайский, забыл, каштан, кажется. Но он мне пропал, пакет заплесневел, пока я все распаковал с юга. Плюс у меня еще был орех пекан, точнее есть, вот он орех пекан. Я его замочил в песочке. По идее их все надо замачивать и сажать уже пророщенными. Но так как я опыт только нарабатываю, нет у меня возможности все заранее, все вовремя делать. Учусь вместе с вами. Ну и вот, допустим, вот посажу первый орех. Вот орех пеканчик. Сюда мы его загубим. Загубили. Раз. Миндаль. Два. Миндаль. Три. Пекан, орех. Четыре. Ну вот таким образом. Также мне еще в магазине попался новый лук. Интересный сорт. В чем его особенность? Он вытянутый. Вот такой вот. В принципе, кулинарных, наверное, будет идти таких спросов. Кольцами хорошо резать. То есть это будет вот такая вот длинная луковичка, которая хорошо будет резаться на кольца. Также у меня еще тыквенные семечки. Пригодятся, также посадим. Ну, из этого пока все. Ну, а теперь пробежимся немножко по питомнику. И вот она, наша первая кедровая сосна. Одна из первых. То есть, когда я строил питомник, накладывал все эти пеньки сюда, все это закапывал по весне, то я еще параллельно, я уже не успевал. Я торопился, засыпал семена. Вот еще одна кедровая сосна. Видно, не видно. Вот еще одна. Где тут наши кедровые сосенки? Пройдемся. Вот она тоже красавица. Все это с покупных семян. Но вот эти сосны — это крупные семена, отборные. Те, что я сейчас показывал, они в 3 раза мельче. Так что сорта будут тоже отличаться. Ну и пройдемся так не спеша. Вот я тоже сегодня посадил такое южное растение. Не знаю, как оно называется. Может быть, кто подскажет, кто знает. Все вот эти дырочки — это дырочки от посадки кедровых орехов. То есть, ну, все прострелял, 800 штук, а то, наверное, и больше. Периодически сбивался со счета, ну, пища в любом случае в этом пакете помещается. Пакет я этот купил в обычном магазине, 243 рубля он мне обошелся, небольшие деньги. В эту теплую грядку, когда я строил, на большую сумму высыпал орехов, но так как я это все дело засыпал грунтом,
им тяжело было пробиться сквозь толщу грунта. Вот они, кедровые сосенки. Той весной мне их было больше 133 штук, я насчитал. Про себя говорил, 133 богатыря. Вот, ну потом в течение лета, которые какие-то пересохли, засохли, каких-то, может, мышки съели. Вот она еще, кедровая сосенка. О. Деревяшки эти ложил, чтобы вроде как по ним ходить. Ну, это они мне временно, потом уедут. Вот у меня тут прям рассадничек. Это лезть с другой стороны, чтобы лучше видно было. Вот они, две кедровые сосенки, еще одна, уже с приростом. То есть это уже получается кедровые сосны и двухлетки. Ну, лето, конечно, они еще не прожили. Это вот катальпы нам тут упираются. Их мы тоже будем рассаживать. Вот. Ну, вот они, наши красавицы, кедровые сосны. Каждый может все это себе сделать. Важно, конечно, чтобы они прошли стратификацию. То есть они у меня зашли не сразу на следующий год, они у меня зашли через год. То есть они у меня год пролежали, так как я уже поздно сажал и тепло уже пошло. Ну вот спустя год они проросли. Это мы видим орех лещина фундук, каштан, еще каштан, катальпа. Вот еще каштанчик у меня спрятался. Также тут вот сейчас будут торчать пеньки. Пеньки, а вот, вот у меня боярышник тут растет, спрятался. Так, каштанчик очередной. Пеньки, пеньки, а вот они и пеньки. Торчат из теплой грядки. Вот она моя основа. Из них растут грибы. Вот они, грибочки. Так как грибы помогаю деревьям, живут с ними в симбиозе. Вот она еще одна кедровая сосна. Вот она какая красавица. Ну что мне там скептики скажут? Не живут они, не растут, высохнут. Посмотрим, время рассудит. Вот еще один каштанчик. Также пеньки торчат. Пеньки, пеньки. Каштан, каштан. Так. Вот здесь вот по весне стояла вода. Это надо использовать. Ну не знаю, успею, нет. Войлочная вишня. Одна. Войлочная вишня вторая. Также тут грецкий орех. Видно, не видно. Вот он. Ну это пересаженный. Пересаженный, конечно, не очень. Все-таки больше я буду стараться выращивать семечек, но там, где не получается семечек, там, конечно же, будем пробовать саженцами. Вот они, грибочек спрятался. В принципе, он относительно живой, он. Не знаю, что это именно за гриб. Но, опять же, все эти грибы дают полезные вещества деревьям. Для полноценного произрастания дубу необходимо 30 видов грибов. Также, я думаю, кедровой сосне надо не менее 30. То есть, чем больше, тем лучше. Меньше хуже, ну а чем больше, тем лучше. Вот такая вот у нас весна. На сегодня у нас 11 марта. И вот на 11 марта вот так вот выглядит моя теплая грядка. Теплая плоская грядка. Здесь будет продолжаться строительство этой грядки. Не на этих выходных, наверное, на следующих, но не знаю, как там посадки. Сейчас каждый день надо все рассаживать. То есть здесь она будет продолжаться, продлеваться. Вот ту гору, что вначале у меня, я все перетаскаю сюда деревянную. Все эти дрова с гвоздями, которые пилить особо желания нету. Вот и мои зимние расчистки. Недоделанные. Живой забор для безветрия. Ну, доделаю попозже. Дел слишком много, все не успеваю. Также сегодня было посажено несколько синих слив. Штук 5-6. Вот одна из них. Несколько грецких орехов. Сейчас тоже высмотрю, где я тут посажал. Ага, вот еще одна
слива у меня спрятана. Позади грецкий орех где-то в кущелях я посадил. Здесь у меня вот он красавчик. Вот он орех двухлетка. Красавец, сильный. Конечно, корень мне не очень удалось, его глубокий корень. Выкопать глубоко не получилось. В итоге посадил с корнем сантиметров 30. Маловато, конечно, ну, поэтому ствол придется обрезать. Пусть немножко присидится, сегодня времени не хватает. Но ствол я обрежу, наверное, в половину минимум. Потом здесь также я еще посадил там вперед сливу.